la 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 la. 'Tis the season to be jolly. La 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 la. Don we now our gay apparel. La 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 la. Ну что, ребят, как будем поздравлять телезрителей с Новым годом? Я спеть могу. Предлагаю пригласить танцевальный коллектив. Может, флешмоб? Отличная идея. Нет, не пойдет. Ладно, давайте еще подумаем. Может быть, снять видеоролик? Можно сделать праздник. Ребят, а давайте мы сделаем видеоопрос. Можем взять интервью. Шикарная идея. Да все не то. А мне все идеи нравятся. Ребят, смотрите, как на Нагиева похож. Да, и правда похож. Да ладно, откуда он в нашем городе? А чё бы нет, он же у нас в кино снимался. Можно пригласить его сняться в нашем ролике. А может быть, у него автограф взять? Да ладно, даст он тебе автограф. А давайте с ним сфоткаемся. Да ну. А давайте я подойду и спрошу, настоящий Нагиев или нет. Во, классно! Правда, Дмитрий Нагиев? А ты сомневаешься, деточка? Нет, мы просто очень на него похожи. И чего? Мы просто хотели вас попросить сняться в молодежном проекте «Аутлук». Что за «Аутлук»? Орланов с Галустяном детей своих на ТНТ призротищили, да? Нет, это воскресенский молодежный проект. Это розыгрыш какой-то, да? Нашло? Ребят, а кого я накажу, а? Давайте это, идите шутите в другом месте. Не мешайте звезде отдыхать после долгого дня трудового. Пожалуйста, вы же самый лучший ведущий страны. Ладно. Слова для дяди Димы хоть написали? Понятно. Импровизация сестра таланта. Да поехали. Всем привет. Это канал Искра В. Меня зовут Дмитрий Нагиев. И я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть у вас все будет хорошо. И давайте друг друга, если не больше любить, то хотя бы меньше ненавидеть. Мне кажется, что самое интересное у нас впереди. Короче, всем удачи, любви и терпения. Это был проект Outlook и лучший ведущий планеты Дмитрий Нагиев. Все, пока-пока.